В четверг, 2 июня, после полуторачасовых дебатов, Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за историческую без преувеличения резолюцию. Документ признает факт геноцида этнических армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Канцлера Ангела Меркель и министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера на заседании парламента не было. С началом миграционного кризиса Анкара рассматривалась правительством ФРГ как основной союзник ЕС, способный сдержать поток беженцев. Теперь будущее сделки выглядит более чем туманно. Резолюция, впрочем, нужна самой Германии для осмысления собственной роли в трагических событиях столетней давности. Признать свои ошибки и принести извинения для Берлина в этом торжество справедливости, для Анкары – унизительный вызов. «Темные страницы истории» перелистал Константин Гальденцвайг. Для национальных танцев 1,5 миллиона погибших – на первый взгляд странный повод. Но для ликующих у Бундестага армян, а с ними и сочувствующих курдов, греков, ассирийцев – это победа, которой ждали 100 лет. Победа истины над ложью. Молчание прервано. Бундестаг признал массовое уничтожение армян геноцидом, преступлением против всего человечества. Это хороший день для мира. Эта резолюция устанавливает историческую правду. Правду, которая нужна и нам, армянам, и тем туркам, кто проявляет в своей стране гражданское мужество, всему вопреки, поднимая эту болезненную тему. Болезненной и неудобной тема оказалась и для немецких властей, собиравшихся изначально принять резолюцию еще в прошлом году, в 100-ю годовщину геноцида армян. На то, чтобы преодолеть давление Анкары, потребовалось больше года. Эти 4 страницы убористым текстом формально для Германии не несут никаких правовых последствий, а реально. Резолюция, принятая немецким парламентом, серьезно повлияет на отношения Турции и Германии. Мы дадим оценку этому и обсудим, какие шаги будут приняты. Но, кажется, они знали, на что идут. Кто голосует за? А кто против? За признание геноцида армян голосует почти поголовно весь Бундестаг. Нечастый даже в немецкой политике случай, когда европейский идеализм одерживает верх над прагматизмом. Нам важно донести до Турции, что мы тут не собираемся вершить суд и сажать ее на скамью подсудимых. Мы хотим, чтобы этот день стал нашим вкладом в примирение двух народов. Надеюсь, в Анкаре это не вызовет чрезмерной реакции. Что примирение не будет очевидно всем, как и то, что принятие резолюции – увесистый камень в огород Турции. А ведь с нею Берлин только в марте договорился о приеме беженцев, с ней пока лишь предстоит договориться о сирийском будущем, с Турцией, наконец, и без резолюции отношения уже испорчены, как всякий авторитарный правитель, президент Эрдоган не смог оценить ни грубых шуток о себе в немецком телеэфире, ни такого вот троллинга со стороны европейских парламентариев. Хочу предупредить турецкие власти, что выбранный ими темп для проведения геноцидов один раз за столетие. А вы взгляните сейчас на положение курдов. Правительству Турции ускоряться не надо, пожалуйста. Иначе грязную работу с нашими беженцами нам придется перепоручить кому-то другому. Или как? Так сатирик Мартин Зоненборн, выбившийся в евродепутаты, одной фразой описал щекотливое положение правительства Меркель. Глава МИДа Германии Штайнмайер все последние месяцы призывал авторов скандальной резолюции задуматься, стоит ли еще больше сердить Анкару. В газетах Турции немцев загодя называли предателями, а членов Бундестага с турецкими корнями, цитата, «армянскими свиньями». Плюс к этому поток угроз в адрес инициаторов резолюции. Но чем сильнее на них давили, тем упорнее они целый год шли к этому дню. Эрдоган со своим мнением всюду привык доминировать. Мы видим, что он творит в турецкой политике. А теперь ему показалось, видимо, что и во внешней политике он такой же влиятельный. Нам нельзя поддаваться этому прессингу. Будучи уверенным по собственному опыту, парламентом, прессой, судом, всем можно управлять с президентского телефона. Эрдоган вместе со своим премьером Йылдырымом все последние дни неустанно звонил в ведомство канцлера ФРГ, чтобы Меркель у себя навела порядок, что ли, а то совсем ее парламент отбился от рук. Но вот сенсация для турецких властей. Парламент Германии оказался независимым от правительства. Верхушка этого правительства во главе с Меркель, чтобы снизить накал страстей, могла лишь проигнорировать пленарное заседание. Часть кресел в зале пустует.
Это сигнал, что правительство все-таки не до конца поддерживает эту резолюцию. Но это и неплохо, потому что доказывает, в нашей стране действует разделение властей. Закономерность или совпадение, но Меркель в это утро предпочла неудобному голосованию протокольную встречу с генсеком НАТО Столтенбергом, как и Германия. Турция – важнейший член Североатлантического союза. Что касается голосования в Бундестаге, хотела бы отметить, тем более, что рядом генеральный секретарь НАТО, как многое связывает Германию с Турцией. Если в отдельных вопросах наши взгляды не совпадают, все равно остается широта нашей дружбы, стратегических связей как в сфере обороны, так и во многом другом, не в последнюю очередь в 3-миллионной турецкой диаспоре, проживающей в нашей стране. И эта диаспора, и турки, живущие в Анкаре и Стамбуле, всю неделю негодовали и митинговали. Турецкий народ никогда не признает эти обвинения. Этот документ ничтожен и недействителен для нас. Диппредставительство Германии взяли под защиту полиции. А из Берлина, в свою очередь, Эрдоган уже через час после принятия резолюции отозвал своего посла. Этот вопрос следует обсуждать историкам, а не политикам. Это не их работа. Пусть обе страны откроют свои архивы на глазах у журналистов, немецких парламентариев, у всего мира. Но это не столько исторический, сколько идеологический конфликт, что очевидно по первой же реакции Турции. Твиттер-лента главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу. Нельзя замазывать мрачные страницы в собственной стране, оклеветав историю другой страны беспочвенными и безответственными парламентскими резолюциями. Параллели с Холокостом в самом деле неизбежны. Геноцид армян стал увертюрой к другой трагедии, о которой Гитлер впоследствии говорил. Раз позабыл мир об убитых армянах, позабудет и о евреях. Но в том-то и дело, что в Германии ничего не забыли. В соседних абзацах приняты резолюции и о преступлениях Османской империи, не только против армян, но и арамейцев, ассирийцев, понтийцев, и о бесславной роли кайзеровской Германии, тогдашней союзницы турок и их пособницы. Об этом прямым текстом. То, что тогда мы, немцы, стали пособниками в геноциде армян, не означает, что сегодня Бундестаг должен стать пособником в замалчивании Турции этого преступления. Не сегодня, так завтра страсти улягутся. Турецкий посол уже без лишней шумихи вернется в Берлин. С немецкого посольства в Анкаре снимут оцепление. А еще станет ясно, что спор шел не только о прошлом армян, но и о будущем Евросоюза, в котором государством, называющим истребление целых народов, незначительным эпизодом войны, вряд ли найдется место. Константин Глюнсвайк, Кирилл Бутырин. Специально для RTVI из Берлина.